Почему они одеты в одно и то же? Почему они носят какие-то зеленые сумки? Зачем они ходят вместе всегда и везде? Кто разрешил им сделать ремикс на песню Газманова «Москва»? Для чего они ходят в недостроенный дом, придерживая что-то снизу? Что это за тряпичные и соломенные домики зим, типа и доставки, в которых они живут? Куда они бегают в 6 утра, притворяясь, что ты хочешь спать? Кто этот мужик с тремя звездами на погонах, который напрягает их? И наконец, это зловещее имя Сеня, которое они так боялись произнести даже шепотом под одеялом. Смотрите на видео, скандально известный сын, получивший пальмовую ветвь в номинации «Орден Святого и Букетти». Невыносимая жесткость и настоящая правда о войне. Картины список личного состава вооруженных сил Российской Федерации. Я знаю, что ты сделал прошлым летом. Ты был там.